Здорово, бандит! Так, подожди, ну что тут? Здорово, бандит! Так, подожди, что-то не так. Не-не-не-не-не, по-другому здорово. Всем здорово! Подожди, нет, тут тоже чуть-чуть по-другому. Что-то не то, подожди. Кукусики, кукурузи... Да, блин, да тоже опять не то. Да что? Что? Вот в чем было-то, а? Вот в чем было-то все дело. Не подготовил... Новый год же на дворе, Новый год! Скоро месяц остался, месяц, 30 дней. Здорово, чуваки! Хотыщ, всем привет, с вами я, Кирюха Вардач. И сегодня мы с вами поиграем в новогодненький красав. Да не просто новогодненький, я, короче, сам тут новогодненький. Посмотрите, тут еще ничего новогодненького-то нету. Тут только я новогодненький, поставил елочку, снеговичка. За это однозначно можно поставить лайкусика. Короче, нашел для себя охренительно новую песочницу. Называется красав. Я офигел просто, что там есть в инвентаре. Там просто какой-то лютый пипец. Вот серьезно вам говорю. Я вам вот прям сразу сейчас в бой покажу, как я научился-то это мансить, сражаться и все в таком духе. А? Давайте. Давайте я вам просто сейчас покажу, ребята. Я мастер этого дела. Я мастер любых историй и самых сложных сюжетов. Знаете, в чем прикол именно этой тачки? Именно этой. Я ее нашел из мастерской, скажу вам честно. В мастерской просто полно всяких интересных тачек. Мы сегодня с вами их обязательно посмотрим. Я вам обязательно все это интересности эти покажу. Она, во-первых, исчезает. Во-вторых, из этих трех машин ты не знаешь, какой находится генератор, в которую будут стрелять, и ты не поймешь, какую надо уничтожать в первую очередь. И что он кричит там на меня? И в этой игре я понял одно. Я в нее поиграл уже, ну сколько? Ну где-то пару деньков точно, приноровился, так сказать. Вот. И уже знаю, что на месте тут точно стоять не нужно. Тут нужно постоянно двигаться и постоянно убивать. Если ты стоишь на месте, то тебя просто изи убьют и ничего не сделаешь. Жизнь тут дается одна. Так, давай, так, херак. Оп, мы исчезли. Все находятся сейчас в этих... в нычечках. Так, секундочку. Оп. Вот эти, кстати... Фиксите дронов! Так. Ой, пацаны, пацаны... Пацаны, да-да-да, давай, охраняй меня, охраняй, охраняй. Они не знают, он не знает, в какую стрелять. Вот про это я и говорил. Ну все, у меня теперь нету, у меня теперь нету. Ой, нет-нет, стой. Ты знаешь, в чё стрелять? Нет-нет, секунды. Так, прекращай. Прекращай, сучка, это делать. Сучка, прекрати. Итак, перед тем, как я покажу вам свою скиллуху, она у меня действительно есть, я понял, что нельзя стоять на месте, это раз, и постоянно нужно сражаться и прятать свои генераторы в машинах, которые ты делаешь. Вот эту я взял из мастерской, о которой я вам и сказал. Реально, здесь столько реальной годнотулечки. Заходим на выставку, делаем за все время и по самым, я не знаю, давай по новым можно сделать, но это вот одни из самых популярных моделей, которые есть. И тут реально столько офигительных штук, просто тут можно часами ловить. Кому, кстати, интересно, ссылочка на игру будет находиться в описании. Качайте, играйте и добавляйте мой аккаунт. Добавлю абсолютно всех. Вот эта тачка сюрприз. Я ее себе добавил, и я вам ее покажу. Это просто нечто. Это реально нечто. Покажу в каточке, пока не буду спойлерить. Унитазы, флаги России. Тут есть там Тесла. Даже Тесла есть. Она, к сожалению, в Левиафанах. Это машина, за которую мы не можем здесь играть. А Левиафаны здесь вообще созданы для того, чтобы качать вашу скиллуху. Так, за все время делаем. И вот она, Тесла, посмотрите, тест-драйв Теслы. Можно вот купить Теслу себе и в этот же день нахрен ее разбить, случайно. Если я разобью Теслу эту, то ей ничего не будет, это компьютерная игра, так что пофиг. Она реально похожа, но единственная отличительная черта Теслы Model X, это то, что у нее двери вверх поднимаются, у этой такого нету. Но она действительно форм-фактором и внешне очень-очень сильно похожа. За это лайкусик. Я вообще, друзья, думаю, может быть, открыть такую рубрику здесь, как битва построек с ребятами из банды YouTube замутить, знаете, как было раньше, в 3D Maker, либо там в Scrap Mechanic, да, там была битва построек. Может быть, просто обозревать постройки, здесь реально просто кладезь, ты заходишь в игру, ты заходишь внутрь этой выставки и понимаешь, что здесь столько годнотулечки ребята делают. Столько всего. Посмотрите, дракон. Дракон, мать его, дракон. Посмотрите просто на это. Херакс, херакс. Просто дракон. Вы видите этого дракона? Это же как нужно заморачиваться. Я пробовал создавать свою модель машины, либо чего-то летающего. Это нереально сложно, серьезно. Это как убить противника, чекайте. Тан-тарадан, тарадан, тарадан. Та-та-та-та-та, пам-пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам. Я обычно взрывался.
Охренеть, представляете, какие чумовые вещи люди вообще творят в этой игре. Вы поняли, да, что здесь просто лютая хрень, лютейший просто лут, лютейший дроп, я не знаю, как это вообще обозвать, тут очень много всего интересного. В бой, в бой, в бой, в бой, в бой, в бой, в бой. Вы понимаете, что ни один из врагов сейчас не будет ожидать, что его вообще ждет. Это сюрприз, это даже для вас сюрприз. Я же сказал, что у нас сегодня новогодняя серия, камон. Опа, да, я очень медленный, но это неспроста. Это серьезно, это неспроста. О, спасибо большое. Смотрите, мне чувак помогает. Вот это дружба. Вот огромный тебе респект, братан. Блин, ну жалко, что ты мне дальше не помог. Дед Варбач едет. На самом деле, эта штука не просто так. Это защитный механизм, который я в любую секунду могу скинуть. Просто это постройка прямо из выставки, чтобы вы понимали. Так, я еду, еду, еду. Я надеюсь, когда я доеду, там вы уже всех не перебьете, да? Ой, 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 что это такое? Ракета, ракета летит, ты чё? Пацаны, я умею от этого уворачиваться. Я же сказал, что я тренировался. Чё вы начинаете? У него КД 8 секунд, насколько я помню. И чё? Что это такое? О, о, гудбай, змощадка, сука! На! На, просто, на, надо ближе, ближе, у меня дробь же, ёкарный баба, иди сюда, сука, вот в этом и прикол красавца, то, что тебя подбивают, но ты в любом случае можешь победить, надо главным механизмом его вырубить, если мы вырубим механизм, о, все, ему нечем атаковать, все, чё, отпало все, да? Все, ничего нету, а у меня, кстати, тоже ничего нету, я не могу двигаться, у меня 71 хп. Пацаны, я могу полежать, подождать, пока не кончится раунд. Ну и водички попить, пожалуй. Я Тесла. О, победа! Отлично, просто изи. На самом деле, ребят, я эту машину выбрал чисто по фану, чтобы вам показать, вам похвастаться, что я нашел на выставке. Ну вы же, конечно, ни за что мне не поверите, но здесь есть просто суперский режим, который называется гонки. Я еще на выставке нашел кое-что интересное. Оно вам понравится. Это Супра. У нас есть подготовленный автомобиль к очень классному режиму. Поверьте, мне он понравился больше всего. Конечно, ты ресурсов получаешь там мало с каждой катки, но зато там можно реально угореть. Это называется гонки. Но для гонок нам нужно проапгрейдить именно эту Супру, потому что я на стоковой катался, и я понял, что я дурак. Просто нельзя кататься на стоковом автомобиле. Я покажу. Я покажу, как это делается. Извините, важный звонок. И после важного звонка, конечно же, будет кастомизация. Чи, да? Алло. Чи или не чи? Это общественное движение с ноги по х**. Чи, да? Что-то скоро, нет? Да, скоро, я это ролик записываю. Ну ты понимаешь, я 24/7 сижу дома, я не выхожу на улицу. Ты не за***. Я Давай, через сколько на улицу? Я освобожусь через 15 минут. Так, теперь вернемся к делам. Наушник потерял. Что вообще происходит? Зашел я, короче, в гонки. И понял, что там все с турбоускорителями гоняют. Я помню, как это делается. Так, у нас турбоускорители находятся где-то здесь. Да, да. В принципе, слушайте, нам нужен вот самый крутой ускоритель, который вот у меня есть, это Гермес. Вот серьезно, я даже... Я думал, назад можно прикрепить его куда-то. Так, два ускорителя херачим. По-хорошему, 4 бы воткнуть, да? Вот 4 хорошо будет. 4 будет прям хорошо. Но она не кастомизирована, знаете почему? Потому что нам нужно на Новый год что-то еще подготовить. И мы заходим сюда. Так, нет, не сюда. Вот, вот здесь всякие штучки. Опачки. Во. Вот теперь она выглядит более нарядненько. Что мы можем еще навесить? Я помню, где-то здесь есть прикольная штучка. Во-во-во-во-во-во-во-во-во, коза. Во. Настоящие тру-роцкеры поймут, что не рука бьет козу, а коза руку бьет. Точнее, ну вы поняли. Я готов идти в бой. Вот они гон. Нет, нет. 2 минуты ждать. Ну шо, народ, погнали нахрен. Так, а чё не доступ? Через 6 секунд? Вы серьезно? Доступ закроется через 3 часа 59 минут. Я типа вовремя сошел?
Не, ну меня точно родили под удачной звездой. Я вам серьезно говорю. Сосамбочки, сучки! Ой-е! Нет, так, тихо-тихо, так нельзя ездить, так нельзя ездить. Кстати, я вот зря на самом деле вот это вот сделал. Это вот немножечко было зря, но... Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Она меня хорошо ускоряет, но она меня и подбрасывает. Я, к сожалению, не протестировал, да? Пятый еду, вы серьезно? Там кто-то еще и улетел, кто-то еще и уничтожился? Не, ну пацаны, ну тут без шансов у вас, вообще без шансов. Вообще без шансов. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. В гоночках я шарю. 5 лет в GTA онлайн играл. Нет, вру, 4 года в GTA 5 онлайн. А может быть 5, не помню уже, сколько ей там лет. Короче, до хрена. Я таких, как вы, на завтрак ем, ёпта. Так, пацаны, посмотрите, я играю в гонки раз, ну, 5-й, наверное. И несмотря на такое... Тихо-тихо-тихо-тихо. Несмотря на мой фейл вначале, несмотря на фейл, который я делаю, да, там, для угара. Я, тем не менее... Вы чё, дураки, что ли? Ты нормальный, сучара, вообще? Ты чё делаешь? Ты кого там ловишь вообще? Чувак просто по фану, походу, зажёл. Я 4-й, понимаете? 4-й. Так, тихо-тихо-тихо. Надо было ускорители точно поменьше делать. Точно поменьше. Они меня это прям уносят. Либо утяжелитель поставить, чтобы у меня центр тяжести внизу хороший был. Выглядит это все красиво, но вот с центрами тяжести и подобное, это ни хрена нормально не работает. Так, слушайте, а тот чувак прям уничтожает, я так понимаю, да? То есть мы только вчетвером тут живы? Аккуратненько. Он ловит до сих пор, нет? Так. Оп. Toyota Supra валит. Серьезно. Вот если бы... Я другие все ускорялки поставил, и опыта бы чуть побольше понабрался. А где он там ловит-то вообще? О, вот они, супер! Дуперы едут! Дождался наконец-то, а то не едут, да не едут. Ё-моё. Пацаны, не туда, Легион. Легион, нам не туда. А чё? Чё с ними? Вы нормальные вообще? А, они на круг опередили. 15 секунд, алё! Дайте мне ускорение! Нет! Я был 4-й! Я был 4-й! Я был 4-й! 4 секунды! Да! Да! Еще один там чекпоинт! Я на 4-м месте, блин! Но все равно, это неплохо. Это неплохо для моих начальных показателей. Это серьезно неплохо. Так, ну давайте, что у меня есть? Я как настоящий тесловод не мог использовать вот эту тесла-пушку. Не все, к сожалению, ингредиенты у меня есть. Но такие как цвет и всякая такая шелупень, я ее просто не стал брать. Потому что, ну, нахрена. Тут очень много всяких режимов есть, на самом деле. Кому интересно, можете перейти по ссылке в описании, скачать, посмотреть игру. Мне она безумно зашла, серьезно. Я прям вот готов даже банду сюда просто вкинуть, и мы с ними, чтобы бои сыграли. Если хотите, а я обязательно могу это сделать, обязательно нажимайте лайк, и мы поугараем здесь. Реально песочница. Эть! Чё там? Иди сюда. Я как настоящий тесловод, я тебя уделаю. Видите, еще у меня, кстати, шипы на этих, на колесах есть. Они, кстати, тоже урон наносят. Не попал? Не попал. Попал, один хп отнял. Все, погнали. А вот этот парень знает толк в тактике. Он просто ждал. Красава, вот за это однозначно лайк. Те, кто играет по тактике, это круто. Не сумел реализовать в первой игре. В этой покажу, что смогу. Так, давай, погнали. Видите, не я один, кстати, юзаю. Ну, что делаете, пацаны? А, ну я понял, по тактике, да, все распределились. Но я поеду с пацанами, которые вон там. Они, скорее всего, в пати. Захватываю базу. Хотя не факт. Так, ладно, все, погнали. Или что, сдалека будем стрелять? Давай сдалека попробуем. У меня пули не сразу летят в цель. Ах! Почти, блин. Ну такое прям. Да, серьезно. Да. Тут надо рассчитывать. Тут серьезно надо рассчитывать. По кому стрелять? Вот твари, что делают, а? Это инвизер. Инвизер. Все, я пошел. Я пошел, ну нахрен. Воу-в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 оу! Братан! Братан, прекращай! Прекращай! Нам нужно... Он до моего точно не достанет этого. До моей механа штуки. Ой, спасибо, братан.
Слушай, мы это круто сделали на самом деле. Пойдем тех разматывать. Он до кабины, кабину надо уничтожить. Я разволновался аж. Сука, ну вот почему, когда я стреляю, ты останавливаешься, меняешь траекторию? А, сучара. Давай. Там в инвизе опять суки, да, по-любому катаются. Ну что, у них АБЦ. Нас осталось раз, два, три, четыре. Нас пятеро, их двое. А где остальные наши? Вот наши подогнали. А что, мы пойдем захватывать, нет, пацаны? А, побитые все, я понял. Поражение. Меня обычно убивали раньше, чем мы захватывали две базы. Либо это был противник. Ну ладно. Ну что ж, ребята, всем спасибо большое, что смотрели сегодняшний ролик по красавцу. Надеюсь, он вам понравился. Вы поугарали вместе со мной, получили дозу хорошего и приятного настроения. С вами был я, Кирюха Варпач. Не забывайте переходить по ссылочке в описании. Добавлю абсолютно всех друзей. Качайте, игра абсолютно бесплатная. И подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, оставляйте свои комментарии и обязательно жмите свои драгоценные лукасианские за этот монтажик, который был в этом ролике. И всем удачи, и всем пока, друзья.